Для меня профессия врача – это значит все, вся жизнь моя. Сейчас я не жалею об этом, что я стал врачом и стал стоматологом, и тем более ортодонтом. Это кайф, это хорошо, что ему сделал хорошо, и от этого и тебе хорошо. Очень хорошо, очень хорошо. Конечно, жалко, что из моих детей никто по моим стопам не пошел, по другим специальностям пошли, но они меня вовсю поддерживают, они меня как бы... хорошо относятся, все, что я делаю, они, дети, например, гордятся, семья тоже гордятся, что у них папа такой врач. Всем моим коллегам я бы, во-первых, вот так как они на страже здоровья, сами, чтобы они были здоровы, чтобы не болели. Все равно я хочу, чтобы у них и в семье было спокойно, и на работе было спокойствие.